Добрый день! Сегодня познакомлю вас с новой игрой «Что добавим?». Так, игра небольшая по размеру. Это только начало. Значит, обобщаем предметы по общему признаку. Значит, здесь перед нами сейчас погремушка, кукла, мишка. Ребенок должен сказать, что это такое. Запомните, вы можете ему подсказать, что это можно назвать одним словом – игрушки. Так, рядышком у нас лошадка. Можно спросить, добавим в игрушки? Это тоже игрушка? Да, это игрушка. Молодец, умница. Добавляем. Вместо знака вопроса мы кладем лошадку. То же самое делаем со следующими страничками. Сначала обобщаем понятие ягоды. Называем каждую. Красная смородина. Черная смородина, вишня. И спрашиваем, а клубника подойдет сюда? Это ягодка? Ягодка, да. Молодец. Может прицепить ягодку сюда. То же самое поступаем с следующими страницами. Постепенно знакомимся. Насекомые. Птицы. Можно, если ребенок постарше, зимующие птицы. Так, посуда, головные уборы, медицинские инструменты, хлеб, булочные изделия, да? Специальный транспорт у нас здесь представлен. И грибочки у нас в этой книжке последние. Так, ну вот, например, возьмем грибы. Вернемся уже назад. Все, мы, предположим, совсем познакомились хорошо. Все знаем, да? И ребенка спрашиваем. Вот здесь у нас игрушки. А подойдут ли к нам сюда гриб? Подойдет или нет? Может, это тоже игрушка? Ребенок скажет, нет. Так. Или вот, например, здесь вот мы, да, положим. Предположим, вот у нас игра. Случайненько подложим какую-то другие, да, вот ягоды. А посмотри, вот клубника, ягода, ягода. А гриб это ягода? Ребенок должен задуматься, ягода это или нет. Гриб, так. Ну вот давайте возьмем отсюда бабочку с этой странички. И предположим, повесим вот сюда. Так, вот это у нас птицы. Кого добавим? Воробья или бабочку? И так далее. То есть здесь специально по две сделано. Посуда ли? Шляпка. Шляпку сюда добавим, чтобы ребенка немножко смутить. Посуда ли это шляпка или нет? Если скажет да. Да, хорошо, шляпка это посуда. А что с ней будет, если мы поставим на огонь? Вот, и так вот по всем понятиям. Это уже когда мы совсем познакомимся. Спасибо за внимание. Так, и это только первая тетрадочка из этой серии. Продолжение следует.